Жила-была маленькая балерина. Ее звали Майя. Она, конечно, не сразу стала балериной. Сначала это была просто девочка, которая любила танцевать. Растила Майю сестра ее мамы, тетя Суламиф. Однажды она отвела девочку в театр на балет «Красная шапочка». Майя смотрела, а потом пришла домой и начала танцевать точно так, как герои балета. Тетя поняла, что у Майи талант, и отвела ее в хореографическое училище Большого театра. Она стала учиться танцевать в балетном классе. Когда девушке было 17 лет, тетя поставила для нее танцевальный номер «Умирающий лебедь». Майя не просто танцевала. На сцене она превращалась в этого лебедя. Ее руки становились крыльями, а потом волнами, по которым плывет лебедь, а потом дрожащей водой. И весь мир поражался, как ей удавалось с помощью танца заставлять зрителей плакать или смеяться. Милота, годнота и просто классный контент. Подписывайся на Ньюм.